Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ответил на вопросы россиян. За 4 дня ему поступило 4 миллиона вопросов. Огромное количество звонков и сообщений поступило в прямом эфире. А пытались ли северодвинцы задать вопрос президенту, мы спросили на улицах нашего города. Звонил несколько раз, раза 4. Сказали, подождите, либо занято. Так что не получилось задать в этом году. Нет, к сожалению, не пыталась, но хотела. А почему не стали тогда? К сожалению, времени не хватило. Не знаю, как-то не задумалась. Меня политика вообще не интересует. Вот и все. Нет, поскольку я была на работе, мы просто слушали в обед. Единственное. Я думала об этом, но пока что некогда. А почему не стали? Ну, думаю, что молодежь больше представляет интересы, чем взрослое поколение. Так что пусть молодежь продвигает наш город вперед. Мне кажется, это бесполезно. А почему вы так думаете? Ну, вот у меня такое ощущение. Я смотрела сегодня передачу прямого эфира. Вопросы отвечает президент. Ну, они обтекаемые все. Конкретно он что-то не отвечает. Не пытался, мне некогда, понимаете, я в ночь работаю. Я пришел, поспал, поел и опять на работу.